За моим окном. Всем привет! Мы сегодня находимся в Олимпийском на самом большом шоу о любви Big Love Show. Очень огромное количество звезд, невероятное просто, децибелы звука, света, очень весело, очень круто. Мы предоставим вам репортаж об этом и надеемся, что вам понравится. Смотрите с нами. Ирина, скажи, пожалуйста, самое оригинальное признание мужчины, которое вам когда-нибудь приходилось слышать свой адрес? Постоянно спрашивают, самое оригинальное. Я, если бы я знала, я бы, не знаю, устроила это, чтобы я запомнила это на всю. Нет, конечно, самое главное, чтобы тебе сделали предложение однажды и любимый человек. От того, от кого ты хочешь, действительно, тебе все равно, как он это сделает. Он встал на колено в торговом центре, сделал предложение. И это что для вас любовь? Что для меня любовь — это вселенная, это жизнь, это ток, к которому я подключаюсь, чтобы жить, который заставляет меня двигаться. Ради любви экстремальный поступок? Ну, мне кажется, что ради любви самые большие поступки в моем случае, они связаны с песнями, которые я сочиняю, которые как раз этой теме посвящают. А это больше трагическая любовь или все-таки взаимная вот на песне? Ну, вообще, даже если она трагическая, она, наверное, была в какой-то момент взаимной, хочется верить, да? Но вдохновляют, конечно, какие-то взлеты и падения эмоциональные, поэтому вот как-то так. Самая ваша любимая песня про любовь? Про любовь? Unchained Melody, Righteous Brothers. Песня уже более 60 лет, но она такая свежая. Напевать не буду, приходите на концерт, я иногда ее пою. О, атмосфера потрясающая, люди поют, улыбаются, все такие веселые. На самом деле, я сейчас, конечно, крамольную вещь скажу, и меня потом загнобят абсолютно все другие, но Big Love Show — это мой любимый музыкальный праздник, потому что здесь реально самые лучшие артисты, самые хитовые песни, и всегда как-то так супер позитивно. Я с удовольствием каждый год встречаю День Святого Валентина на сцене Олимпийского вместе с Love Radio, и я счастлива, что в этом году я тоже здесь. Какое-нибудь у вас самое необычное свидание, может? Необычное? Ну, один раз молодой человек меня украл. Хоть он был и не джигит, но он как бы пригласил меня с друзьями в ресторан, а в итоге получилось, что мы улетели в другой город на 3 дня. Это, конечно, было так немножко стрессово и неожиданно, но запомнилось на всю жизнь. Какой тогда для вас самый романтический город? Наверное, Рим. Я вообще очень люблю Рим, и я много раз там была, и снимала там клип на песню «Ты не такой». Не случайно, потому что это мой любимый город, и мне кажется, любовь и романтика живут именно там. С вами был фэшн-концерт на Big Love Show. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Всем любви и счастья. Ура!